Что это за место? Что я здесь делаю? О, дядь Паш, пришло время мести. Ты что? О чем, мальчик? Я за свою жизнь и паучка не обидел. Не обидел. Я видоскали! Ня-ня-ня-ня-ня тебе! Оправдания не принимаются. За все ваши злодеяния, Павел. Ты как меня назвал? Я вообще-то дядя Паша. Мне как-то пофиг. Так вот, за то, что вы делали уколы, когда это не требуется, за то, что вы давали взятки тете Зине. Как ты об этом узнал? Я никому не рассказывал! Не вели казнить! Казнить или жить, это зависит от тебя. Потому что сегодня ты будешь играть с аниматрониками. Аниматорами? Мальчик, Роберт, ты шо, я дядя, а не ребенок? Не буду отвечать на дебильные вопросы. Игра начинается. Тебе надо прожить 6 часов в этой пиццерии. Удачи! Кстати, это не пиццерия, это фабрика игрушек Poppy Playtime. Ну, пофиг. Да уберите этого дохлого паука, он меня достал. Чак, тут можете смотреть по камерам, надо посмотреть. Что здесь делают зверёшки? Как-то они они как-то в пассивном состоянии. Что они, сдохли? Вот что здесь выживать-то? Тут же милые зверёшки. Так, офис безопасности. Какая-то комната. О, здесь поступает энергия. Электроэнергия. Так, какой-то занавес. Что уставились? В гляделки играть будем? Я готов, только уберите нахрен этого дохлого паука! Сколько раз повторять! Еще какая-то комната. О, зайчик, куда ты сбежал? Ты что, зайчик, ты должен находиться на сцене. Что уставился, а? Что уставился? Волчара, что смотришь? Крутой волчара. Я понял. Здесь надо просто приглядывать за зверюшками. Интересно, для чего мне фонарик? Сейчас используем его. Зайцы — это те, кто ходит по всяким платным местам бесплатно. Тем вроде тебя я не доверяю. Я закрою тебе дверь. Ну вот, все отлично. Перед волчарами я дверь не открываю. Ты офигел? Я вообще-то лис! О, утя по вентиляции лезет. Какая я тебе утя? Я курица, Тика! А я лежу, кайфую. О, Абдурахман Медведевич вышел на охоту. Так, проверим левую дверь. О, Чайка, ты что мне фонарик вырубила? Двери закрывай, туз. Эх тебе, я заблокировала их. Заскамила дядю Пашу. Ты с ума сошли? А где этот чертов медведь? Понаставили тут двери, теперь разбирайтесь. О, тут никого вроде. Что, тебя ведь не было на... Не было в дверном проеме. Я не такой дурачок, чтобы показываться в дверном проеме. Ну что ж, гейм овер, дядя Паша.
Ах, подлец, я из-за тебя сдох. Хорошо, а то я боялся, что этот дядя Паша мне укол засандалит. Минус засранец. О, газировочка! Я люблю газировочку. Чё ты, это не газировочка, а крем долгит в оранжевой бутылочке. Оживает, оживляет. Так? Всё отлично. Молодцы аниматроники, моя мстя оказалась сладка. Эй, подставляйте пятую точку опоры. Будем делать уколы. О май гад! Конец фильма.